До нового, до нового. Ну что, продолжаем наш великолепный монастериальный спектакль. Я так понимаю, я попал в самый интересный момент игры. С великолепными загадками и прочими вещами, поэтому... Так, сейчас, секунду. Все сломалось. Посмотрел специально перед стартом качество, чтобы можно было выбирать. Поэтому я думаю, сегодня будет аншлаг. Три зрителя вместо одного. A grand arena gilded by blood. В скобочках нет. Так, стоп. Конечно, молодец, но важно не это. Toll paid in full. But before the king will help our rider, he must have his dead court. Посмотрел, кстати, еще немножко геймплея Cyberpunk, почитал фишки этого Cyberpunk. Звучит неплохо, кстати. Опять же, понятное дело, что это не то, что нам обещали, но все равно интересно. Господи, я что-то на ноги не смотрел. У меня же латы воина из Вова. Мононогие. А, ну да. Вот опять начинается эта дубка. Но ничего не пописываешь. Единственное, что... Ну, я, по-моему, уже это озвучивал на стриме. Что, ну, нужно где-то фидбэка собрать в плане того, какая предыстория будет самая неинтересная. Ой, нет, господи, не то, что самая интересная, самая непопулярная. То есть, насколько я знаю, многие стремятся, будут стремиться поиграть кочевником, кем-то еще. А вот вопрос между, как они называются, корпоратом и Детем улиц, он остается по-прежнему открытым. Не туда. Вот, таким образом, я думаю, начать следует за самую непопулярную предысторию. Если все-таки получится полноценный заход со стримом Киберпанка. Но я думаю, что стоит пройти его именно на стриме. Опять я наступаю на эту же ловушку. Потому что... Возвращаюсь к Киберпанку. Потому что я посмотрел системные требования, если, конечно, завезут оптимизон, и... Понимаю. Да что такое? В общем, системные требования позволяют нам играть либо с RTX на средних, либо... без RTX на высоких. Рубрика «Держу в курсе». Ну... Я вот, кстати, сидел, думал недавно, насчет вообще русской озвучки, я начинаю отвыкать от нее. Потому что, ну, при всем уважении к людям, которые заняты разработкой, то все 5-10, в последнее время слишком много выходит игр, в которых важен акцент персонажа. То есть, ну, на банальном самом примере, та же Вальхалла, да, или там тот же Legion. В силу особенностей сеттинга, то есть это британский этот акцент. Я опять что-то не понимаю. Вот, там важно, как они говорят. Русская озвучка этого не передает, даже не пытается. Что-то я не... Поэтому да, я буду, наверное, тоже и треть, соответственно, с английской. Да, да, понятно, что графен это даже, ну, не первое,
о чем следует думать. Играя в эту игру. Но это хорошо, опять же. Главное — детализация. Детализация — наше все. Если будет можно просто, вот как ты и говорил, ходить по локации и смотреть на, не знаю, мусорные баки и гопников, я только за. На DTF, по-моему, или не на DTF, короче, где-то был пост касательно того, что активности побочные весьма... весьма, ну, одинаковые, по сути, типа, найди, убей, достань, и вот это вот всего. И, опять же, это тоже меня полностью устраивает. Я не могу сказать, что выглядит как игра мечты, но это выглядит как то, во что хочется прям будет поиграть. Хотеться поиграть. И, кстати, отчасти именно поэтому я хочу взять какую-то непопулярную предысторию, чтобы люди... играли в своем темпе. Ну, очевидно, да, многие будут играть так или иначе в Киберпанк на релизе. Чтобы хоть какое-то разнообразие было в плане контента. Хочется что-то уникальное показывать. Плюс ко всему, мой стандартный, нестандартный подход к прохождению тех или иных миссий. Стелс, не стелс. Вот это все тоже, думаю, сыграет свою роль. Поэтому... я думаю, будет интересно. Плюс ко всему, в целом, я думаю, что я буду попутно также проходить его. То есть, допустим, на стримах я буду за одного перса, а чисто для себя уже за другого. Например. Но это, опять же, на уровне плана, потому что Киберпанк до сих пор не куплен, о чем речь. Может быть. А где второй? Копра. Я читал, да, что Корп, он, короче, в отличие от предыдущих, в отличие от предыдущих трех предысторий, он начинается вообще с того, типа, самый скучный, но самый погружающий во вселенную игры, скажем так, сюжетный момент, я не знаю, как это назвать. Короче, в том, что ты 50 минут там хочешь разговаривать, да, самый информативный. Самый лор-френдли, наверное, так. Вот. Ну, наверное, тогда за Крапа начнем. Если он все-таки выйдет 10-го. Но пока, вот судя по тому, что показывают, игра вроде должна уже выйти. То есть ничего пока не предвещает того, что его перенесли. Да-да-да, вот о том и речь, что... Да как тебе попасть-то? Не, ну может быть это все еще может быть визуальная новелла. Хочется понять, что я делаю не так. Великолепная загадка. То, что я прочел об этой игре. То есть вот эти побочки, которые даже не отмечаются на карте, типа история Night City. То есть вот такого уровня побочки. Это же великолепно. Это вот именно то, что любишь. Просто ходишь 20 часов, смотришь, что происходит на улице. Вот это, наверное, слишком попсовый пример, но GTA 5 в какой-то момент, ну, очевидно, момент полного прохождения, ну как полного прохождения, момент прохождения сюжетки игры. Ты байтился еще на мир, просто садился в машинку, это время катался. Мне, конечно, она очень долго не хватило, но тем не менее, какое-то время я провел таким образом.
И не то чтобы, скажем, там прям очень проработанный мир, да, еще что-то, но что-то заставлял тебя. Здорово, здорово. Ты таки смог. Чему не сказал на рад. Мы тут за киберпанк перетираем. Вернее, за перспективы. И выйдет ли он в целом. Я чё-то не пойму. А. Ну ладно, это было быстро. Быстрее, чем я мог себе представить. Не в этом году, ты думаешь? Просто уже куча превью-ревью-версий вышло. Так или иначе намекающих на то, что она играбельна, как минимум. Будет еще перенос. А ты думаешь, поляки пойдут на такой репутационный удар? Потому что инвесторы уже не гудуя. Ну там какие-то ненужные акценты сделаны. Ой-ой-ой. Родительский комитет, походу, пришел. Она уходила на золото. Нет, это понятно. Она уходила на золото, но потом не ушла, потому что Next Gen не тянет. Так что в целом-то игра вроде как хотя бы базово готова. О, господи. Бот опять с цепи сорвался. Сорян. Он, в этот раз он триггернулся на «но». Ой-ой-ой. Тихо. Просто мне кажется... О, господи. Приехали. Смысла откладывать больше нет. Надо выпускать как есть. В лучших традициях. Ну, не знаю. В лучших традициях релиз будет этого... Чистого неба. Элиту VGS урвал. Я, правда, не знаю, как мне играть. Но я взял. Лишним не будет. Что ситуации бывают разные. Сегодня тебе есть во что играть, а завтра ты уже устанавливаешь EGS и играешь в него. В продукты выдачи. Вот. Так, я сейчас опять откис. Но я босс не вытяну, похоже. Ну или не босс, это моб. Ну... Так. Рубрика «Укрывайся, перекатывайся» снова в деле. Я скоро, наверное, как тот поляк буду, про которого... Ты упомянул выше. А ведь это даже не босс. Справедливости ради, кстати, боссы местные порой легче, чем мопцы вот эти, которые с интродакшеном. Что удивительно. Киберпандемия особо не актуальна. Нет, ну в качестве, знаешь, оценки, не знаю, величия или невеличия CD Projectов, стоит посмотреть. Это как Duke Nukem Forever, это как... не знаю, что у нас еще долгостройное было и что ждали все. Не знаю, как... Чуть было не сказал Fallout 3, нет, как что-то... Да хрен его знает, ну, в общем, что-то...
Shadow of Colossus, вот что-то такое. То есть, даже если ты не будешь в это играть, я думаю, хотя бы посмотреть, как это будет все выглядеть, было бы неплохо. Что такое? Как же я плох. В целом, это, знаешь, даже не как игра именно, а как явление просто. Мировое, не мировое, игровое. Будет интересно именно с такой точки зрения. Потому что, опять же, я думаю, в ближайшем месяце после выхода, будь это декабрь 2020 или декабрь там 2021, она долго еще будет всплывать. Все вот эти вот гайды, где найти броню школы медведя, где найти отсылку на Цири, который не будет в игре, разумеется, как сказали сами разработчики. И все такие вещи. Это еще очень и очень долго будет. Всякие вот эти Digital Foundry, которые будут расследовать терафлопсы ППС. Ну, чудо, что он... А он же уже не такой, он уже матом же ругается, насколько я знаю. Стоит ли оно идти на такие жертвы? Но если с точки зрения засыпания, то да. Black Silver, мне кажется, по-прежнему еще на коне. 140 серий Skyrim в наших сердцах. Благо, есть отработанная схема, называется спам пурей. Мне кажется, я вот это реально слом игры. Реально до бесконечности можно спамировать этими упырями и чувствовать себя отлично на расстоянии. Но не сейчас, конечно. А, ну... Указоиды. Мне интересно, кстати, вот с точки зрения... модификаций. Сможет ли Киберпанк стать новым Скайримом в этом плане? Или все-таки будет сильное ограничение? Потому что, насколько я знаю, CD Projekt очень странно относятся к тулам своим. Настолько странно, что модификации к третьему Ведьмаку порой... Ну, я не уверен, как сейчас, но вроде бы там были какие-то проблемы. Да, ё-моё. И, в общем, делали на инструментарии второго Ведьмака это все дело. Ребят. You pick the wrong side. Shadow of War. Блин, на самом деле система Немесь — это очень клевая штука. Ее всячески пытались вроде бы куда-то уже впихнуть, но лучше всего она, к сожалению, к моему сожалению, работает лишь в, собственно, там, где ее и придумали. Потому что при всем уважении, я не настолько фанат Middle-Earth,
ну и в целом «Властелин колец», то есть я признаю величие, опять же, этой вселенной, всего этого, отдельных историй и моментов, то есть фильм мне нравится, хотя тоже, наверное, ну, всегда найдется к чему придраться в этом фильме. Но вот игры это вот что-то такое вот. Эту бы систему воткнуть да куда-нибудь в нечто более... Бэтмонце будет не Немезис. В новых этих от Rocksteady. Ну там не Бэтмонец, там вроде где-то Bat Family это называется сейчас. Никакого негатива и вот этих всех штук. Вот, вроде бы там будет какой-то заход на Немезис. Либо там, либо в игре по Suicide Squad. Но, если честно, меня что та игра не очень впечатляет. То есть, лучше Бэтменов от Rocksteady, мне кажется, ничего не придумали. Хотя, опять же, справедливости ради, Бэтмен от чуваков, которые... Мне туда, да? От чуваков, которые делали Origins, тоже не такой уж и плохой. Вот, но то, что показали по тем двум играм, было очень странно. То есть, мне сейчас кажется, на данном этапе, ну, исходя из того, что я читал про новую бет-игру, это будет что-то типа Avengers, Marvel Avengers, которые, кстати, спустя 2 месяца после релиза продаются по 50% скидки. Вот, это не очень. Ну, а Suicide Squad, понятно, это вообще какая-то... Судя по дате выхода, это будет какая-то игра по фильму, только с большим бюджетом, ну, к Suicide Squad Ганна второму. Проблема графика. Не, ну там вот прям консоль консолевая. Там даже глупо, наверное, пытаться что-то прикрутить. Там лучше не будет, в принципе. Это как запускать, не знаю... Ну, я не знаю, опять же, насколько актуально такое сравнение, но если как запускать Assassin's Creed Rogue, который был, насколько я помню, таким филлерным продуктом, типа, это мы вам дадим на Past Gen, а Unity отдали на Next Gen. Правда, получилось и то не очень, но тем не менее. Вот здесь такая же, примерно, ситуация, но в обратном порядке. То есть первая получилась лучше, вторая получилась тем, что получилось. В рейзе справляется мыло. Ну... Там он вообще выяснил, что в резике, оказывается, 3D-объекты происходят. Опа. Че, у Сажиркин Бабузяка из тьмы, походу. Василевс. Русский, что ли? Ребята, бой. Там, кстати, утекли, походу, какие-то наработки Капкома в очередной раз. И, короче, или это официально арт, я не помню. А что за... Это та, которую мне надо убить. Короче, цимис в том, что Крис Редфилд — это оборотень, походу. Мак начался какой-то. И чё, мне как с этим воевать вообще? Нет, но это не спойлер, это, походу, официальный арт. Поэтому... Я думаю, будет еще какие-то логичные объяснения. Кстати, вроде как по весне, да, выходит восьмерка. Ну, фикстрац. Ну, даже такой ход сюжетный еще больше цепляет, мне кажется, на крючок происходящего, поэтому дополнительный байт.
А, кстати, про барбариков и музыку. А, правда ли, что в Darksiders 3 нет музыки? Я там просто отзыв прочел один в стимах, что, мол, музыки нет, она покупается в DLC. Это что за хитрый ход такой? Или кто-то не понял, как она включается. Только повише музыка. Понятно, значит, кто-то криворукий писал пост. Рецепт, точнее. Читай картину. Окей. Да господи, как тебя доджить-то? Это я зря. Так победим. Но она по-прежнему, да, еще на всяких сторонних сайтах в доступном сегменте располагается, скажем так. Потому что я что-то в стиме посмотрел, два косаря. Это меня смутило значительно. Ой-ой-ой. Вот опять на каких-то соплях. Три дня без DLC, окей, но это еще доступно, да. Но опять же, я все еще в размышлениях, что будет в межсезоне, скажем так, то есть между второй и третьей. О, ну я зарегинился, кстати. Между второй и третьей, то есть, либо это реально будет карать, потому что кое-кто так и не прошел его. Либо что-то еще. Да даже нет, даже за 650 тоже нормально, согласен. Просто во времена 2К гейминга на ПК, это разумеется, мы не берем особо наглые случаи. Так, говно. Самая актуальная цена. Я вообще прикидываю так, что гипотетически, что еще в этом году можно. И помимо... Обкисну опять. А, да, можно же вернуться в ту группу. Я забыл, что тут есть построил. Короче, помимо... Собственно, киберпанк, мне на ум ничего не приходит из того, что можно было бы приобрести. Ну, гипотетически это Shadowlands еще, но я опять же, я до сих пор в раздумьях. Типа, стоит ли сейчас WoW того, чтобы в него вкатываться? Все вот эти вот ковенанты и прочие прохладные истории, они все еще не дают ясности, что это будет за аддон. Не можете. А есть какой-то апгрейд нанести больше? Что-то я. Это продать. Ну, хз. А чё, книгу продать не могу? А, это будет. Ладно. Тщательно скрывать сюжетку.
Ну, возможно, возможно, просто... несмотря на то, что они тщательно скрывают сюжетку, уже уплывали же спойлеры касательно Артаса, там, Кельтас, еще кого-то. То есть, складывается впечатление, что это будет какой-то фан-сервисный аддон. То есть, такие, ну, мы не знаем, что делать дальше, мы пихнем ваших любимых персонажей, ну, или не самых любимых персонажей. В дополнение, чтобы вы чувствовали, что все как раньше. ПВП потянули. Ну, я не фанат ПВП, но если его потянули и сделали еще более удобоваримым, то, наверное, это хорошо. Я в любом случае за разнообразие, когда все работает, все компоненты игры. Когда такого не было, вот опять. Но так-то да. Привет Легиону. Просто к вопросу о всех работающих компонентах игры. Вспоминается такая великолепная игра, как Division 2. Мало кто знает, но там есть PvP, которые разработчики даже не пытались чинить, наверное, уже года полтора. То есть они такие, ну, у нас есть PvP, что хотите с этим делать? При этом PvP в... ну, понятно. PvP в Division 1 было вполне себе актуально, как господи. И, по-моему, до сих пор в него играют. Ну, и оригинально тоже. То есть это как просто и без лишних усилий похерить наработки игры. Ну, основная проблема у близов с ПВП, я так понимаю, все тот же пресловутый баланс. Так, вороны. Ну, я в любом случае со старта уже не смогу залететь. По ряду финансовых причин. Но гипотетически, может быть, к концу года у меня получится. Или в декабре получится. Жаль, что я, правда, не успел переехать на Гордуне. Опять придется страдать. На Вове, кстати, мне кажется, тоже можно гипотетически даже немножко онлайену поднять. Люди почему-то смотрят его. Вне зависимости от его исполнения. Особенно если люди какой-нибудь дичью занимаются, типа целование белок. А я планирую этим заняться. У меня все ачивки сделаны, доступные про белок. Почему я должен сейчас останавливаться на этом? Ну все, вешайся, брат. Где ты есть-то? Не видно. Начинается какое-то аниме. Легион самый топовый аддон. Ну, нет, понимаешь, просто я думаю, что люди говорят, что Лич был самым лучшим аддоном лишь потому, что это был один из первых, точнее, как один из первых, по сути, первый русскоязычный аддон территории, понятно, какой страны. Потому что... там, по-моему, с классиком окно релиза было... А, они вдвоем пришли. Короче, игра детства, грубо говоря. Опять выходишь на связь, Василий. Ну-ка, жадничай, нажадничай. А
чей это хп-бар было? Чё-то так и не понял, его или Ехидны? Но это уже не важно, потому что он запомоен и попущен. Топ-вадон БК и Легион. Ну, БК неплохо. Легион, ну, Легион даже обсуждать нет смысла, потому что, да. Клыки Ехидны. Клыки Ехидны в течение веков высасывали жизнь из бесчисленных существ, утоляя голод зверя. Теперь они стали оружием смерти и вытягивают здоровье из его врагов, ослабляя их и придавая сил Жнецу. Блин, звучит как план, кстати. Если мы сейчас их возьмем... Да, мы их возьмем. Можно будет регениться за счет их пассивки. О чем бишь? Легион, да, Легион это как бы Magnum Opus, наверное, в каком-то смысле близовка, что бы там кто ни говорил. Пандария. Пандария, не знаю. Я, кстати, сломал, походу, игру. У меня мышка не работает. Здесь работает, а тут не работает. Придется чинить. Фокус заглючил. Да я перезайду. О, все нормально. Так, а мне куда надо теперь? Пандария мне, ну, по большему счету, интересно. И в целом какие-то положительные воспоминания в Пандарии не в последнюю очередь из-за Монка. Потому что именно с нее, как ни странно, да, казалось бы, но именно с Пандарии я начал играть за Монка, и именно тогда я понял, что, ну, вот это максимально мой класс. Он самодостаточен, как Хант, он интересен в плане вот этого всего. А вот сюжетка странная, да, все вот эти ша... Я понимаю, что это все как раз отсылки, посылки, но... немножко инородно это смотрелось. Но опять же, я не могу сказать, что это настолько плохо. Типа, вообще, дом плохой, зачем вы его сделали? Нет, нет. Вот Дренор. Дренор, да. Дренор это, конечно, Дренор. Вот там по всем фронтам были упущения. Ну, поэтому, да, наверное, как минимум еще из-за таких вот этих чередований стоит с интересом поглядывать на Shadowlands. Опять же, в силу того, что у меня, что лучше Дренор и БФА, я в Дренор дольше играл, как бы это странно ни звучало. Так, рубрика нам пишет. Нет, мы как полковник, нам не пишут. БФА, ну... Но я в Дренор играл буквально полгода, наверное, потом вышел уже Легион, потому что вообще ситуация была интересная. Я купил Дренор, предзаказал, и был вынужден покинуть мир разумных, здоровых и смелых людей на год. Вот, поэтому мне пришлось играть, доигрывать, точнее, остатки уже перед релизом Легиона, и все. А БФА я прошел на старт еще. Да. Я прошел на старте сюжетку, посмотрел какие-то основные вехи, глянул в Фейри какой-то там первый рейд, по-моему, и все. А, ну немножко пофармил маунтов, ну и дропнул потом. И потом я возвращался несколько раз еще в 8.1, 8.2, 8.3 посмотрел, и 8.3 мне меньше всего понравилось. Вот, и все, и дропнул. Ну, то есть никогда такого не было. Обычно я... А что надо делать? Обычно я, ну, так или иначе нахожу, чем... Мне желание даже что-то делать в Вове, вне зависимости от того, есть ли там сейчас какое-то развитие сюжета или нет. Сейчас же такого не бывает. Привет, Вань, привет. Я... Помню твое... Замечание. Посмотрел, качество теперь оно выбирается. Вот, поэтому... БФА для меня один из самых слабых аддонов. И... Ожидал большего, как у многих других, наверное. Там же с такой помпой был представлен, что возвращение к корням, противостояние Орды Альянс. I have no more use for you. What is this?
I don't like being toyed with. They failed me. But you have earned my gratitude. No. I will send you to one of my kingdom who knows the way to the Well of Souls. But first, there are demons that you must face. I've already faced and killed many. Not like these. There is great power bound in that amulet. But your shame stays its unlocking. I regret nothing. Oh, I can see beyond your flesh. Опять будешь с кем-то из наших драться. И все, в главном меню должны выкинуть. На плохую концовку. А, нет, разделитель духа. Костяной владыка рассмотрел душу смерти. Душу смерти, лоб. И раскрыл дремлющий потенциал. Теперь смерть может разделить свой дух на две половины, способный двигаться отдельно под управлением его материального тела, которое превращается в камень и практически неуязвим. Короче, замонка теперь играем реально с скиллом на разделение. Или нет? Игорь Верник. Так. А, Игорь Верник ничего не скажет. Понимаю. Ладно. Спасибо большое. Спасибо. Мне нравится ваша улыбка. Улыбайтесь, пожалуйста, чаще. Файфхед загадки начнутся. Блин. Я был уверен, что на прошлом уровне начались загадки. You should worry more about the one who seeks you. Answer my question, Scarecrow. There's no fun in simply telling you. Then speak no more. I'd keep watch on my own neck if I were you. Фохот, блин. Я чувствую, прохождение затянется на этих загадках. Что я найду? What will I find in the City of the Dead? Besides more corpses. Something far more precious than sinew and bone. Souls, Ryder, from every kingdom under a dying sun. In the city, their past life is cleansed, that they may pass through the well and be reborn. Он с козырей сразу заходит, куда бы он ни пришел. Будь то этот стрим или какие-то проекты. Some are driven mad, and a few even manage to escape their bonds. Так, а вот вопрос на миллион. Можно ли мне сдать? Да, можно. А как? А, мне нужно возвращаться в мир кузнечного, вот этого всего добра, да, и сдавать. Не, ну это... Оно того не стоит на данном этапе. Так, ну что? Души, говорит, надо найти. Молодой человек нам. Отправляйтесь в город мертвых. А, там город мертвых. И шо это? Так он не Игорь или Игорь? Блин. Но лучше мастеру об этом не говорить. Обидеться и написать обидное четверостишье. А, ну я так понимаю, нужно переключиться, да, с помощью разделителя духа. Игра вылетела. Воистину, файфхед загадки. Понимаю, понимаю. Это, видимо, слишком сильный интеллектуальный ход был, поэтому я... Поэтому я сломался. И самое обидное, что я только догадался. То есть, как будто не было тех 5 минут.
Точнее, которых я думал, что-то мне хотят. Но мы зато напомним, что было до этого. King's need was exceeded by anger. Those who would help were destroyed. But from their deaths, a new power. Да, от души. Я думаю, комп сейчас припутаю идет. Пока все максимально четко. Именно. Опять кинцо. Many souls do not survive this purification. Some are driven mad, and a few even manage to escape their bonds. Меня, кстати, начинает пугать уже количество доступных. Я уже тоже об этом наверняка говорил, но меня начинает пугать количество доступных. Как это? Количество доступного оборудования, скажем так, закрепленного за нашим персонажем. Его что-то прям очень. Каким динозавром я буду? Маленький этот, как это, маленький терн, как это, короче, тирекс маленький, которого во всех культурных, так сказать, а можно как-то вернуть, во всех культурных произведениях пинают. Я буду стелсером. Потому что все сейчас начнут, я буду тираннозавром, я буду птеродактилем. Ну, это слишком мейнстрим, я считаю. Поэтому надо быть оригиналом. Как это? Родись копией, умри оригиналом. Ну, типа того, в общем. Философские вот эти вещи все. Или как это? Что-то с ролевой игрой. Это задел на будущее. Кто знает, может быть. Спустя долгое время, когда жизнь на Земле поделится на ноль, все мы переродимся назад. Жути дактили. Чтобы потом в Унгор ходить. Ну, тоже неплохой план, кстати. Но если говорить о вселенной World of Warcraft, я хочу быть агрессивной проспинкой. Это даже выглядит клёво. Кстати, надо прокачаться. Поинтов так улетал. Пистолет мне пока больше всего нравится в плане соотношения качества и полезности. Генерал нежить. Все мобы, которые, ну, данные, все в рамках вселенной данные, которые брони и скелеты, это вот мои самые заклятые враги. Потому что психологическая травма с первой части до сих пор ходит где-то рядом. С пайсом крокодил, да? А пьетом койотом ты не хотел бы быть? Мне кажется, это более интересно. Поинты. Поинты. Два поинта, нифига я. Мухрын. Так, вот это. Прокачать ледяных воронов или добить хилищих ворон? Всего лишь менеджер среднего звена. Но ты не так прост, не прибедняйся. Все мы знаем правду.
А зачем я сюда, собственно, попал? А, понимаю. Вот я об этом говорю, когда количество... А почему, будучи призраком, я не могу проходить? Когда количество материалов, доступных для использования, инструментов, резко становится очень-очень большим. Я так понимаю, мне нужно превратиться где-то вот, будучи статуей, где-то здесь. Что за продолжение девушка войной? Это как раз Darksiders 3. Она тоже планируется, потому что у нее активно рекламят в чатике. Но, грубо говоря, это после долгого отсутствия возрождение серии. То есть права на серию купили тяжку Nordic. И решили, что почему бы нам не резнуть серию. И, собственно, резнули ее. И вот... Как только мы закончим Darksiders 2, немножечко отдохнем от нее, какую-нибудь другую игру, вкатимся в третью часть. Она вроде как не очень большая, но прикольная. Ну и будем с нетерпением ожидать, когда нам дадут поиграть наконец-то за четвертого всадника. Потому что, судя по... Потому что... Было показано в ролике в Генезис, это очень веселый челик. Смерть тоже, конечно, навяливает приколяндер, но не в таком количестве. Ибо положение обязывает. Тихо! Но в Генезе я, естественно, играть не буду все-таки, потому что, ну... Я на стадии уже загадок в этих частях запарываюсь, а там ты... На принципиально новый уровень выведено, так что... Оно того не стоит. Единственное, может быть, если это будет вообще какой-то смысл иметь, какой-нибудь разбор серии можно глянуть. Не, там не стандартные всадники, там раздор, по-моему, четвертый всадник, то есть... У нас есть война, смерть, не чума и не голод, а ярость, девушка, которая всадник, и, собственно, раздор, четвертый всадник. Я был сперва тоже озадачен таким подходом, потому что для меня всегда были весьма устоявшиеся наименования у Хорсмана. Опять же, с полей докладывали, что Darksiders это в целом не то чтобы прям по-библейскому, это вообще kind of своя вселенная с комиксами и вот этим всем. Ух, ё... И чё? Я что-то... Непонятно. Так. Я подозреваю, что здесь мы реально застрянем надолго. Когда такие... Причем буквально... А, нет. Как сказать, буквально в смысле застрянем. Загадки такого уровня, конечно, заставляют... озадачиться своим развитием. Wi-Fi что ли не ловит, что меня выкинуло оттуда? Лол.
вырезать? Чё? В смысле? Нет, там не именно мультивселенной, там цимис в том, что... Что... Несколько свой взгляд на... Да, я это вот опять контент из пояснительной бригады. Поэтому лучше такие вещи прояснять. Хотя, казалось бы, я что-то да понимаю в мемах. Что-то я... В мемах-то я что-то, может быть, и понимаю, вот в происходящем не особо. Может, мне другим? Может, там какая-нибудь сегрегация? Мысли. То есть моя суперстрата с блоком куба не работает? И нахера ж оно надо? Я за что плачу деньги? Чтобы мне куб выталкивали из ворот? Это в Еве-то? Так а там в целом вообще как все это выглядит? Абсолютно равнозначно старше, скажем так, версии. То есть все вот эти клановые войны, корпоративные, да, они там, по-моему, называются. Или синдикат. Ну, короче, вот это вот все. Прыгни на пьедестал. Да не, можно поступить проще. А, стоп. Я его... Все не так просто. А, лол, так я его не туда привез, наверное. Ну, конечно, в пользу удобства. То есть ты также можешь гипотетически вступить... А, каменеет. Вступить в... Ой, господи, ну как же трудно быть мной. Вступить в клан, также полноценно практически воевать, будучи в его составе. Все вот эти мега-крейсеры, флагманшипы и прочие ништяки имеют место быть, да? Это прикольно, на самом деле, но я так понимаю, тоже... Как ты говоришь, 3 недели фармил, это... Игра тоже не про... Пришел на 5 минут, и вот ты уже космопилот. Все куда сложнее. А-а-а. И то есть получается, что... Дед завел. Руинит стату.
А чё, чё произошло? А, типа статуя может пройти туда или нет, или да, 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 я провез сюда, правильно, все, спасибо, Вань. Карпа, майник, ПВИ, а квесты там есть? Квесты, люблю квесты. Или все исключительно фрироуминг, онпинворлд. Не, ну, я бы никогда в жизни не догадался, мне кажется. Зато я теперь знаю, что статуя имеет вес, как бы это банально не звучало. Ну, да, раскидай про него, интересно будет посмотреть, потому что я как-то пробовал вкатиться в Ив, но... Для меня Ив закончился на стадии генерации персонажа, и вот первый код полета, когда на тебя выкладывается миллион меню, и тебе говорят, ну вот, Ив онлайн. Ты такой, понимаю, и все. Мол. А, все, дальше опять Wi-Fi не ловит. Блин, а где моя любимая тема с тем, что бомбами можно подкидывать предмет? Ну, вообще, система, которую ты описал, напоминает мне, как ни странно, Destiny 2. То есть, там иногда, конечно, заводится сюжет, но в целом ты также заходишь в какой-то момент, лутаешь контракты. Все, выполняешь и выходишь чистую совесть. Либо качаешь второго персонажа. Но я таким не занимаюсь. Мне почему-то не очень интересно, если персов качать. Друг 67 сидел, бухло зарабатывал. Ну, я так понимаю, там реально большие деньги варятся. То есть все вот эти покупки кораблей, корпоративные войны реально вытягивают деньги из людей. Ну, это, наверное, пример такой мотивационной монетизации. То есть... Ты вкладываешь, ты великий человек. Плюс все вот эти истории с тем, как кого-то корабль угнали, как кто-то в каких-то тайных заговорах полутал себе корабль или там подставил кого-то. Ну вот, это, наверное, как раз прикол мобильности. Вообще, по Иви должна была какая-то еще игра выйти недавно буквально. Я не говорю про шутер на плойке третий, который загнулся. Еще какая-то игра должна была выйти, но я не помню какая. Вот. Вообще, если в целом говорить, для меня Ева всегда была... В первую очередь, как-то во многих изданиях писали, игра, про которую интересно читать, но очень сложно играть. И я думаю, что, ну, это именно так и есть. Потому что, когда идут описания вот этих союзов, предательств и всего прочего, ты такой, ну, ни хрена ж себе. Но когда менюхи эти вытягиваются, ты, конечно... Напрягаешься. Два корабликов на корабли. А там как, типа, у тебя нет возможности юзать фришные корабли, или они настолько бесполезны, что. Ну, у них нет никого смысла всегда так после таблицы. Ну вот, о том и речь. Просто, как правило, симулятор Excel-таблицы — это больше медитативные вещи, типа футбол-симулятор, футбол-менеджеров, я имею в виду, и вот этого всего. А тут еще она такая агрессивная. Идти что могу, а? Ну, не без обвесов.
То есть с ними, по сути, ничего не сделаешь, да? Это не... не боевые, не... не знаю, не добывательные какие-то. Газодоводчиком какая-то. Не-не-не-не-не-не-не-не. Расступись и напас. Ну, вот это... механика Дейза, да, грубо говоря, то есть не получилось, все, начинай заново. Ну, с поправкой на то, что плати деньги. Еще одна страница книги мертвых. Блин, реально, загадки, конечно. Окей, окей. Я буду рад послушать. Чисто фармлер рез переводил. 40 тонн в месяц. Едите. А ну, в принципе, тоже стандартная ситуация для ММО, где, зная нужные места, скажем так, позвоню в Вайбере. Да, Аську бы поставил. Там, говорят, добавили звонки. Я не понимаю, зачем мне вот эти свитки душ? Что мне с ними делать? 2013 года, понял. Я тогда... прикинуть, чтобы в срок попасть. В общем, как и во многих ММО играх, если знать, где фармить и что фармить, поднять можно достаточно большое количество ребусов. Аську, да, та самая, которую планировал использовать правительство Российской Федерации в свое время. И оно в качестве аналога Telegram запрещенному. Свитки логи лабиринт душ. Будто такое есть. Мне реально придется вот этом лабиринте по свиткам крутиться. Это мув уровня «Найди сатану» или что? Она еще работает? Да, она еще работает. Она даже поддерживается еще. А, это доп-контент. Понял. И чё это? А. Я ради этого сюда пёрся? Ну, такое, прям скажем. Я граф скайпа. Я не король Аськи, я граф скайпа. Чё там с Телеграм? Ну, сколько там лет назад его пытались же запретить. Но чё-то им не удалось, и в итоге... В итоге вот. В итоге сам Роскомнадзор... стал пользоваться этим самым Телеграмом. Он был запрещен. Ну... борьба с ветряными мельницами. Так-то, конечно, он был не запрещен. VPN-а никто не отменял. Я чё-то никак не уразумлю. Шо вы от меня таки хотите? Вот и в качестве противодействия... нетворному влиянию Дурова был придуман план Капкан с использованием Аськи в качестве мессенджера для чиновников. Уж не знаю каких, кто им реально пользовался. Ей, Аськой. У меня столько ощущений, что я что-то не улавливаю. Никогда такого не было, вот опять.
Ну не раньше сундука, но это абсурд как бы. Давай, Вань, спасибо, что заглядывал. Удачи тебе. Игрущик, кстати, тоже не самое плохое занятие. Игровой процесс за него отличается уникальным контентом, скажем так. Где ты есть, мистер Ворон? Да, это накладывает на тебя некоторую власть. А на меня накладывает некоторую боль, страдания. Ворон опять травит, что ли? Скотина пернатая. А, там фонарь. Блин. Ну понятно. Я знаю решение загадки про грушу. Сколько человек, чтобы вкрутить грушу? Ну, в смысле, лампочку. Но всему свое время, пока про грушу не спойлили. Так, а это что такое? А, это шипы. На которые я уже натыкался. Так, я был. Два часа чистого контента по залезанию на стены. Это не великолепно. Чтобы купить лампочку. Да. Это же правильный ответ. Так, мне нужно, мне нужно, мне нужно. А, ну мне нужно неведомым образом попасть сюда. Когда я стану популярным и смогу брать за это деньги. Говоря, какой это великолепный продукт. Аниме для, понимаешь, для очень популярных стримеров. Как раньше это были игры, теперь это аниме. Теперь на аниме зарабатывают деньги. А я как отверженный, я говорю, что гейминг-контент — это величие, за этим будущее. Я очень надеюсь, что... Фонарь я смогу забрать сейчас. Становись популярным? Ну, мэн, ну не надо. За что вы дгавите? Как говорилось в одном известном там месте. Дринков. Ты фармишь этих, что ли? Рарников в этом? Целка. У меня товарищ его написал, что... Что ему сумка сразу выпала. И он на этом сразу закончил играть в дополнение. А, 4 сумки. Ну, то есть они не рарные все-таки. А они уникальные, типа, или можно всех юзать? Уникальные. Но боешки? А, одна на чары. Ну, понятно. Но я в любом случае уже не успеваю.
Как бы я ни пытался, ни старался. Я настолько был в расстроенных чувствах, что не стал... Фонарь, верни! Что не стал даже в саппорт писать. Писать все-таки в саппорт, чтобы мне сделали возможность. So many questions. Decisions. Просто с одной стороны, блин, сумка на 3-4 ячейки, это, ну, это знаковое событие. А с другой стороны, я все равно не смогу ей воспользоваться долгое время. Нет, я не туда, я не хотел сюда. Почему я вернулся? Верните меня обратно. Реально начались какие-то вот эти файвхедерские заходы. А я не хочу, я хочу, чтобы было весело, чтобы фун был. Кстати. Six head. Ну блин. За шо? Танцевать нельзя, что ли? No place for a horse. Да я знаю, что no place for a horse. Блин, я все сломал. Я видел где-то чувака с фонарем. Ну, то есть, куда... А где он? Я предмет потерял. Драками чередовали. Нет, на Миналь тут есть драки. Но... Ну, такие. Типа, босс-загадка, босс-загадка. Плюс ко всему, я так понимаю, в идеале это все достаточно динамично. То есть ты решаешь загадку, следом ломишься... А где мне фонарь найти? Я просрал. Следом ломишься решать какую-нибудь квестулю, затем снова загадка, и вуаля, ты велик. Вот-вот-вот, да, я об этом говорю, что у меня собственный путь, типа, я не в состоянии это делать быстро, к сожалению. То есть у меня на решение загадки уходит какие-то безумные... количество времени несоизмеримый с тем, что должно быть. Тем более я фонарь потерял. Сейчас где фонарь теперь искать-то? Не, серьезно, что за прикол? Как можно было потерять квестовый айтем? А, вот. Что это? Чтобы было динамично популярно? Нет, чтобы было динамично, надо, наверное, выбирать игры, где ты можешь показать динамику. Но всегда есть нюансы. Куда мне эту херню нести? На Бонкампс. Не, на Бонкампс тоже конкуренция большая, я думаю. Хотя, если какие-то делать уникальные вещи, там, анусом подмигивать, например, возможно, и можно как-то попасть в колею, магазин там открыть какой-нибудь. Но это без негатива. Да, тот самый Бонга Камс. Пожалуйста.
Не, ну это уже интеллектуальный контент. На такое я пойти не могу. О, я снова умею ползать, а не передвигаться, как человек из Террарии. Или нет. Но вообще, динамику можно посмотреть на ряде клипов на данном канале, чтобы в полной мере понять, что происходит. Один Макс Пейн чего стоит. Главное, чтобы не распалось в процессе ничего, чтобы потом к проктологу не ходить. Я думаю, так. Ну, это без негатива, конечно. Совпадение, случайность. Как вы выдуманные страны. О, опять загадки, да? О, кстати, у меня же есть отхилы, интересно. Или нету? Аниме! Спался на тупор стрима. У меня? Не, у меня закаленный. Из легированной стали. Если бы ты видел, что тут происходило вообще на других играх в отдельные моменты, то ты бы понял, что распад ануса невозможен. Уже столько мошны всякой вони свинской было касательно происходящего. Ну ничего, рогасили. Это даже на первом Darksiders такая же фигня была. Забытый, не забытый. Да, забытый. Прочие великолепные персонажи. А куда это? Босс из этого тоже, из Маскарада, который я убивал с помощью какого-то клеща. А где что открывается-то, я не пойму. Ну давайте, не знаю. Разделитель дух. Три часа убивал. Да в два захода причем. Поэтому с боссами вообще отдельная ситуация. Если в игре есть босс какой-то, то, ну, это контента лет на 100 вперед, потому что мои способности все разумные пределы нагибают. Если загадка, то 200. Так, ну в этом и прикол. А если стелс еще есть, то ну... Как бы сам бог велел порезать. По-моему, не было ни одной игры, где я прям супер был успешен. Это всегда была какая-то херомуть. Ну, в этом, наверное, тоже есть свой великолепный какой-то стелс. Да. Особенно если я хочу по стелсу, можно уже просто пройти, успокоиться. Но я хочу по стелсу. Господи. 2 года не слышал этого алерта. Так, рубрика напишут. На костюм для Бонда, Хабс. Спасибо. Я буду в костюме Dungeon Master, скорее всего, там. Нет. Еще вот такие ситуации бывают, когда ты решил почти загадку, но потом происходит что-то. Если бы можно было, то, наверное, я бы давно обзавелся костюмом Ванна Даркхолма, и все было бы красиво.
но всегда есть но. Так, ну как я понимаю, мы, в принципе, нет необходимости. И были еще, кстати, вбросы с костюмом Sailor Moon, но это немного другое. Камера? Камера, пощади. А, это... Секрет пас. Говно матрас. Скинул мобада. Иногда могу. Могу такое. Проворачиваю. А в чем идея? Я просто, чтобы забрать это сюда залез. Вы за меня дурака держите или как? Психанул в какой-то момент. Не нужен нам смерть. Будем его игнорить. Да что такое? А, так я тут... Слушай, дорогие, кайфую. Так кайфую, но... Хотелось бы какого-то развития. Ворон опять байтит меня на какие-то... неверные вещи. Что вообще нужно сделать? Начать, наверное, с этого стоит. Отправляйтесь в город мертвых. Казалось бы, что может быть проще? Варя. Вот не имется, говорит. Иди да иди. Очевидно, что прикол какой-то с вот этим говном. Всегда нужно будет какое-то время отдохнуть, а потом от загадок определенно. Есть у меня столько ощущения, что большой стресс. Нет, ну я понимаю, что их три части нет, но второй-то они пока есть. В третьей части, я думаю, буду страдать в связи с чем-то другим. А что открывается-то никак не могу понять. А, та решетка. Ладно. А, эту мне как открыть. Пойдем другим путем.
когда Shadowland выходит? 24-го на неделе. То есть вторник, среда, когда КД спадает. То есть буквально вот-вот уже. На подходе, я бы даже сказал. У меня кончится лимит советов. Или что? Кто ж знал, что он лимитированный? Блин, ну я хз. Может быть, там где-то проход есть. Секрет пас. Ну и не надо мне никаких советов. Сам прекрасно справлюсь. Про что говорят? Да, я быстро учусь. Только ворон бегает и херевает. Кто же знал, что там сквозной проход? Я такими темпами игру, не дай бог, еще пройду. Ну, не сегодня, конечно, но в целом. А ведь в это мало кто верил. Ворон бегает, херика. Ну, ворон. Номинально он бегает по воздуху. У него же есть лапы. Он может им бегать. Я думаю, может. Так, это шоткат. Такого не надо. Не нужен нам наш шоткат. Блин, у меня столько мемов по Нью-Вегас на комплюктере за последнее время накопилось. А ведь Нью-Вегас так и не пройден. Там, по-моему, одно DLC осталось. Где-то вот он лежит в недрах кедра. Плач. Говорит, Мэдисон меня всего прошел. Так и живем. От стрима до стрима. Пока кто-нибудь великий не заведет. О, опять сюда. Подожди. Open the goddamn door. It's pain. А вон там. Там pain уже. Вы теперь одет как черт, да? Да. Мой стандартный лук. Кста. Вот это вы зря, конечно, господа. Призраки. Лиана ГБ про гейминг тим. Представляет вашему вниманию уникальную систему распитонивания. Тихо, ну не надо. Я про Дорогена ХП что-то наблюдаю. То есть только после... А, вот, что-то пошло. Ладно. Вороны. Вороните. Не, мне кажется, майки с большей вероятностью дадут разнарядку сделать новый фалач обсидианом, нежели заремастерить фалачи новые. Не, ну гипотетически ты можешь запустить фалач второй на планшете через какие-то говноэмули. Понятное дело, что стабильность будет сомнительная,
Но тем не менее. Хотя, если провалится, например, не знаю, Halo тот же, ну то есть по сути флагман Microsoft уже, правильно? Один из, допустим. Я думаю, не обратят внимания на старые тайтлы и тоже пойдут в ремастеры. Хотя они и так уже в ремастеры пошли с Age of Empires, например, да? Второй, третий. И обе себя чувствуют, по-моему, великолепно. Ну, вторая так точно. Насчет первой, насчет третьей не уверен. Она относительно тоже недавно вышла. Obsidian Decal. Ну, Obsidian это, наверное, одна из немногих студий, которая еще хоть кого-то держит из тех самых людей. Будет забавно, если они реструктурируют In Exile и Obsidian. И получится... Опять что ли, херня? И получится Black Isle. Запускал на виндовом. Ну, на виндовом ты вроде говорил, да, что нормально играется, если я не путаю, да? Ну, у тебя яблочный сейчас или ведроидный? А, лол, так он же этот, душный. А, ну я так понимаю, это не последний, да, заход? Давно не было арен. Же. Такой увлекательный контент. Надо было ворон ледяных качать. Веселее было бы. Единственное, что грустно, что на планшеты даже гипотетически нельзя будет накатить какие-то там Restoration Project. Или там Fallout 1.5. Я тут, кстати, скачал Fallout Sonora. И даже начал немножко играть. И вполне себе в духе тех самых фалачей. А еще, судя по прогрессу, на сайте у Disco Elysium 90% локализации готово. Что тоже не может не радовать, потому что я давно мечтаю познать величие Disco Elysium. А, их трое, да. Кайф. Обожаю, знаете ли, арены. А где зомби? Чё за говно? Вороны. Кровоклювы вот эти все. Будьте любезны ворваться. Так, ну ладно, культу я засолю, наверное, по третьего. Хотя мне стойкое ощущение, что третий это не последний, на самом деле. Мол, типа, после третьего выйдет босс. А, понял. Все. Вопросов нет. Никакого третьего не будет. Просто двоих сразу выпустим. Надо не забывать периодически хилки выполнять. Баллы дают. Ну, вообще, гипотетически, с помощью этих баллов можно накрутить всяких приколяндр. Типа, ну, не знаю, какой-нибудь челлендж, чтобы я выполнил. Типа того. Но я не кастомайзил эту тему, потому что народа особо в чате все равно не бывает. Например, была идея поставить, допустим, на 100 тысяч баллов вот этих... Возможно, чтобы я прошел таки Мадагаскар, например. Ну, вот такого рода вещи.
Но опять же, поскольку я это не кастомазил, там дефолтные темы типа изменения смайлика, выделить сообщение, еще что-то. А у кого-то это, например, подарить саб, или там играть в игру, заказанную человеком, накопившим определенное количество времени. Показочка на камеру 200к баллов? Нифига, ну это он что-то... Ну, байтово, байтово. То есть, да, можно, кажется, мотивировать копить эти баллы, чтобы что-то потом сделать. У меня чего-то интересного в голову не пришло, и все осталось, как осталось. Но я говорю, смысла особого в этом нет с маленькой аудиторией. То есть, по аналогии, кстати, как и с смайлосами новыми. Типа, если бы были смайлосы, ну, в смысле, если бы были люди, я бы запарился... И еще как минимум один смайл себе намутил. Мадагаскар огонь. Мадагаскар с оглы. Я на Новый год в него играл. Даже. И поэтому есть вероятность, что на этот Новый год я тоже в него буду играть. И пройду таки наконец, потому что трудящийся очень просит Мадагаскар. И Шрека 2, но я больше на Мадагаскар. Но мне кажется, пример таких функций у него есть. На самом деле. То есть, может быть, не так далеко от истины, как копить баллы. Ну, вообще, ты можешь клацнуть, посмотреть все источники, да, ну, их получение. Но вообще, достаточно просто смотреть, по-моему. Если ты подписываешься, у тебя, по-моему, x2 от накопления этих самых баллов. Сейчас. Не, я не могу прямо отсюда посмотреть. Но достаточно, по-моему, смотреть, а не накопиться. Опять же, там можно их вроде бы подкручивать, чтобы там при каких-то условиях они больше сыпались, как-то меньше, но я не уверен. Так, ладно. Сейчас, наверное, какая-то дренина будет. А, нет. Загадочка. Пузлы. Так Max Payne пройден. Причем не так давно. В этом и прикол. Если бы была какая-то еще зимняя игра, может быть, я в нее бы поиграл. Нет, я понимаю, что он каждый Новый год играет. Но одно дело, когда ты играешь каждый Новый год Max Payne, ну, раз в год гипотетически, да, то есть разница в 12 месяцев. И другое дело, когда ты играешь Max Payne с разницей, сколько там, 2 или 3 месяца. Нет, опять же, если есть какие-то предложения по зимним играм на Новый год, ну, или предновогодние вещи, то я с удовольствием их и выслушаю. Да ну ё-моё, Принц Персии пошёл. Ну, в первого такая... А, ну, блин, да, первый я достаточно давно играл. Согласен. Я чуть забыл, кстати, что я играл во второго. Ну да ладно. Ну и опять же, играть в Max Payne первого на Новый год, да, ну мне это вообще, это полный фейл, это полная несостоятельность и отсутствие идей. Но мне из новогодних на ум приходит лишь, не знаю, Division 1. Что-то вот так, да господи, ну куда ты лезешь-то постоянно, вот такого пошиба что-то. Бэтмен Архам Ориджинс. Ну, кстати, да. Там такая атмосфера предновогодняя, поэтому, да. Да, есть Дуфан. Собственно. Первый неповторимый. В силу того, что саббаллов не так много, это пока не смылось. Я опять же говорю, что гипотетически можно нарулить еще. Но в этом нет смысла на данном этапе. Не, ну на самом деле много повторим. Никого перед очень зимняя игра. Ну, Yeti Sports тоже зимняя игра так. Ну куда опять-то, господи, ну... Ну, мистер смерть, ну...
сразу в Соника. А, в Сонике есть зимний уровень? Уровень? Я просто не помню. Я давно в Сонике. Будучи еще из Assassin's 3. Легитимно. А вот чтоб с атмосферой новогодней. Блин, я играл в суперсемейку, кстати. У меня даже диск был, но он не запускался, потому что диск был поцарапан. Реально принц Перси повеяло. Да куда? Как я хорош-то. Сильны мои лапищи. Да. Мне нравится звук после выполнения. Весь такой, типа, да. Нет, а ты хорошо придумал. Лепота. Неужели арена? Три части есть. Ой, ехидна говна. Пожалуйста. Тихо, вороны. Если говорить о звуках, то я, наверное, больше... Ну, то есть, о звуках из игр, я имею в виду, уведомления, то я больше, наверное, по звуку фалчевского уведомления. Я настолько... Ну, из классических, я имею в виду. Я настолько упоролся, что поставил на сигнал сообщений на телефоне. Вот это вот звуки. Всем звуком звуки. Ходок нежить, ну не надо. Не надо разводить опять эти. Ходок не аниме. Аниме. Новогодние? Ну не знаю. В аниме я разбираюсь еще меньше, чем в чем-либо еще. Хотя, казалось бы, да. Но вот так вот, да. Я могу. Через СМС. Ну да, кстати, тоже слышал. То я буквально у тебя даже стоит звук Лукачевского ПДА, но мне ближе Фалачевский все-таки. У меня и телефон соответствующий, кстати, выглядит теперь. Будто я его в храме испытаний нашел. Saints Row из DLC новогодняя, лол. Я даже не слышал. Это который Get Out Hell? Оно новогоднее? Я просто не в курсах. Ну, насчет Origin, кстати, прикольно. Че, с телефоном? Ну, я не знаю, сейчас видно будет. Он упал. И был побит. Он не то чтобы критично пострадал, но выглядит он просто апокалиптично. Другой DLC? Ну, КЗ. Ну, насчет Origin, кстати, прикольная тема. Может быть, реально... Во-первых, перепройти его, потому что я давно в него играл. А во-вторых, это атмосфера новогодняя. Save Christmas. Блин. Не слышал даже лол. Хотя в Saints Row наиграл достаточно.
Надо подумать насчет Origin. Вот где гумозная арена. Рванет. Ой, да ладно, чё я вкусил горбушку. Ну, типа того. Я просто хотел, чтобы он выглядел как киборг, поэтому аугментировал ему отрыв половины дисплея. Не, на самом деле он на камне упал. Мне повезло, что он, ну, только стекло побил, да ё-моё. Только стекло разбил. И все, потому что могло быть и хуже. Справедливости ради, да и ремонт не так дорогой. Ну, не настолько дорогой. По 2 косаря всего. Но я просто вспоминаю тенденцию с айфоном, с пятеркой. Типа, после того, как я его починил, он еще хуже стал работать. И я даже не знаю. Понятно, что это не айфон, это Honor всего лишь, который по большему счету в какой-то момент времени становится легче купить новый, нежели что-то в нем менять. Но все равно жалко. Так, борщевары. Просто ад какой-то пошел. В Hitman 2 есть уровни в NG-стилистике. У меня не куплен Hitman 2. У меня... Ну, то есть Hitman 2 у меня есть, но который с уровнями с первой части. Так-то и в Bloodman есть новогодний уровень. Кстати. Вообще, гипотетически, можно было когда-нибудь и Hitman 2 пройти на стриме. Который не... А, подожди, Hitman 2, который... Современный или который старый, который станет Ассасин? Новый, понял. Ну вот, да, их можно тоже как-то на стриме проходить. Я как давным-давно еще, когда был совсем маленьким и скромным, на одного зрителя стримил, ну, на Алексея, который иногда тут появлялся в чатике, на одного зрителя стримил Хитмана первого. Тогда все это было очень круто. Hitman 2 Start NES лучше Grever. Ну, не знаю насчет худших, но типа игра детства. Но, если честно, мне больше первый в свое время вкатывал, потому что вот это реально игра детства была. Когда ты еще ни хера не понимал, игра называлась Killer. Ну, потому что никто не знал, как она называется, лол. И вот ты думал, что там да как. При этом не было еще русской озвучки, но она выходила в те времена, по-моему, только на... Ну, либо оригинал, либо пиратка. Что, в принципе, особой разницы не имело. Вот, и все пытались понять... Ну, то есть, а русский мало кто знал, да, в каком там будущем втором... Ну, в смысле, русский, говорю. Ну, да и русский, кстати, на самом деле, тоже мало кто знал. Английский мало кто знал, достаточно мере, чтобы понять, что происходит. Всякие сайты Zone of Games тогда были либо не так распространены, либо интернет не позволял на них заходить. Вот. И приходилось по нему, ну, додумывать из того, что на экране, что происходит. Блин, какая арена же, а? Интересно, есть лимит по количеству противников в этой игре? Первый отлично. Ну, не знаю, многие контракты считают филлерным дополнением, ну, филлерной частью, потому что это, по сути, ремейк, ремастер. Blood Money неплохой. Ну, как неплохой, хороший. Ну, да. Но, опять же, мне кажется, тоже не совсем корректно сравнивать... Blood Money и San Andreas. Vice City и San Andreas, потому что, как бы там ни было, все же, все-таки.
фига еще могу. Но Vice City раздавала большего стиля. Понятное дело, что это калька с Scarface. Это все понятно. Но все равно стильно. San Andreas это больше как раз-таки... Не знаю, один из двигателей. Плойки второй, да? Потому что я помню еще в Ашане на игровом стенде немножко играл в San Andreas. И удивлялся тому, что там персонаж может плавать. И это было забавно. Чик мясного кляп контракта. Да. Стильно. Я не спорю, там все миссии прикольные. Подводная лодка. Англия вот эта с особняком. Да и вообще финальная миссия контрактов. Она, ну, такая, в духе фильмов каких-то. Моднявых, стилевых. Типа, ты выбираешься из этого асайлума. Да ё-моё, ну зачем я это делать постоянно? В плане проработки миссии, конечно, великолепные, но... Это, знаешь, это, наверное, переходная игра. Вот ей нужно было выйти, чтобы серия работала и развивалась дальше. Да, там можно так. Нифига. Я такого не помню. Ну тоже в контракты я не так много играл. Я зато помню, опять же, лаборатория Артмайера. Прикольная. Миниган. Прикольный. Хотя, казалось бы, да, такая игра миниган. Я не говорю, что я считаю контракты филлерными, но в целом бытует мнение, что именно таковыми они являются. Я в целом... Ну, я не буду говорить, наверное, да, потому что мы про Absolution уже говорили. Но, опять же, я в Absolution давно не играл, вероятно, я теперь могу ошибаться. Спустя определенное количество лет и времени некоторые эпизоды Absolution могут быть искажены восприятие мое. Так а это, что в итоге-то Мэдисон говорит, что будет он стримить Punisher или нет? Потому что в таком случае я могу сделать красиво. Ну, после Darksiders. А, сразу после коп-призрака. На секретном, да, когда подругает, я понял, понял. Ну, тогда можно не переживать, я реально раскачаю на... На всякий случай Punisher'а. Блин, там что-то есть сзади, я что-то вижу. Что это такое? А можно это как-то забрать? Это факер? А, гном, да. А что с ним делать? Пострелять, может? Время пострелять, в конце концов. Пальба там. Это коллектаблс, я так понимаю, да, не обязательно какой-то. Меня просто удивило, что я что-то подобное увидел вообще. Ладно. Не очень-то и хотелось. Загадки с лучами. У меня вспоминается финал первой части, когда нужно было с роботами драться.
Вот это было величие. Мистер Уоррен. Enlighten me. А. Держите в курсе. Верни. Ну, сюжет там действительно странный. Типа, Хитман решил дойти от дел и пошел в монастырь. Вообще, если вдуматься, то филлером-то и по большему счету является двойка, потому что по факту серия двигалась уже дальше опять на параллель того, что Хитман-то убийца. Что, впрочем, логично. А не потому, что он там раскаялся и типа он человек. Ну, человечный человек, человек понятно. Кстати говоря, насчет Джона Вика и вот это все прочее, там Эйдос, ой, IOI Interactive-то решили агента 007 по лицензии запилить. Ну как решили, им дали лицензию. Вот где будет веселуха. Причем игра будет про Origins агент. Рискит Хитмана будет. Ну, кстати, не исключено. Но я читал, опять же, я не помню, по-моему, на Дефе статью, что типа в рамках вот такой игры они могут сделать агентом 007 кого угодно. Ну, я имею в виду угоду СЖВ, например, кого-нибудь. И типа, ну, это никак не будет расходиться с фильмами, со всем этим. Типа, это альтернативный взгляд на всем известного героя. Ну, а в принципе, логично. И каким еще ассеты использовать, если у них, я так понимаю, двигло же осталось? Это же ихнее. Их, господи, ихнее. Фу-фу-фу-фу. Прорвалось немножко села. Глупо было бы не использовать эти ассеты. Женщина будет. Так все-таки она будет, потому что ходили слухи, что да ё-моё, что это будет кто-то там в спектре от Тома Харди до кого-нибудь еще. Потом все-таки женщина. Ну, я в любом случае не являюсь фанатом Джеймса Бонда, как бы там ни было. И фильмы я весьма условно последние помню. Ну, потому что я думаю, что того Бонда уже не будет все равно. И мне кажется, странным решением делать игру по Джеймсу Бонду в 2020 году. Можно. Вот реально, мне кажется, эпиком был бы как раз какой-нибудь проект по Джону Вику. Даже без сюжета, без всего можно сделать. Просто арена какая-нибудь дичайшая. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Всегда готовы до фильма. Ну, да, наверное, в каком-то смысле, но там хотя бы Avalanche постарались. Там реально есть игра. А не, у нас есть лицензия и движок. Мы пытаемся их совместить и скрестить, придумать какую-нибудь филлерную историю, что на самом деле все было до событий, не знаю. Не-не, Mad Max игра великолепная. Ну, нет, не великолепная, хорошая, хорошая. Вспоминая, что они сделали там с серией Just Cause, Mad Max хорош.
Сказали, правда, что перехватчик потом нельзя было модернизировать. То есть ты потом просто гонял на этой машине. Но, с другой стороны, хорошо, что она вообще потом была в игре. Что-то они начинают душить этими аренами. Слишком много арен. Ничем не оправданных. А мне кажется, они устали сами от серии Mad Max, поэтому с минимальными затратами решили сделать четвертую часть. Я вообще еще с третьей части не воспринимаю Just Cause, ну потому что это... Вторая уже была спорная, скажем так, но прикольная. То есть в ней что-то было, я такая... Трешка уже все, там поплыл боец, а четверка это... Я не знаю, зачем они это сделали. Мне кажется, они даже сами не в состоянии ответить на этот вопрос. Это настолько странные игры и ненужные. Что даже тратить время на их разработку особого смысла не имело. Я надеюсь, все. Да. И я бы с удовольствием сиквел Mad Max посмотрел. Причем можно даже убрать вот эту всю тему с машинками. Ну, типа, с разными машинками, что у тебя украли перехватчик, собери себе из говна и палок новый. Не, просто дайте с самого начала перехватчик и сделайте open world. Ну, опять же, это, наверное, будет плохой пример и вообще по-васянски, по-школьному будет звучать. Ну, типа GTA. GTA-like Mad Max. То есть ты ездишь по селам, по остаткам строений селений и не знаю там, ну какой-нибудь условный тебе прокинут цель, езжай через пол Америки как Death Stranding, не знаю, вот, и ты едешь, помогаешь по пути людям, не людям, мутанам, не мутанам, кому угодно. Все, ты можешь вылезать, также можешь драться, сражаться, не знаю, ресурсы собирать, перевозить что-то. Не хотели перевозить, это такое будет, это уже какая-то херня. Ну короче, при должном желании можно придумать офигенный сиквел. Вопрос лишь в том, что, может быть, там лицензия у них какая-то истекла, или там, не знаю, что-то еще на самом деле где-то в секретных кулуарах делается, поэтому мы ничего не знаем о серии, но в качестве игровой вселенной Mad Max очень даже ничего. А с учетом того, что сколь-нибудь значимых конкурентов у жанра нет, ну, не Fallout 76, да? Что-то постапокалиптичное, причем не такого с ретро-футуризм, а вот максимально приближенное к восприятию постапокалипсиса людьми тех времен. Блин, о чем даже речь? Я вот что-то начал. Зачем какую-то Америку? Австралия же, господи, о чем я? Много ли игр в Австралии происходит, действия которых происходят в Австралии? Я думаю, нет. А, ну мне нужно забрать бомбу, наверное, да? Или нет? Да-да-да-да-да. Сюжет Mad Max супер такой, ну... апокалиптичный. Ну, то есть, все вот эти вещи, про которые нам навяливают с фильмов про постапокалипсис, типа, главный враг, там, не зомби, не болезнь, а люди. Это все максимально про... про постапокалипсис. Про Mad Max, про игру, не знаю, про вот это все. Вообще, если вспомнить... Ты, кстати, странно, что Just Cause привел пример. Есть же более емкий пример подобного отношения к игре. The Last of Us 2, где нам, например, тоже пытаются тоже пропихнуть, но вот... New Dawn вообще это очень странная вещь.
Ну, то есть, я понимаю, что мне хотели сделать прикол в духе Blood Dragon. Это вот в Марвелах, у Марвел, точнее, в комиксах есть такая серия комиксов What If, типа, что если? Что если Капитан Америка был бы не Стивом Роджерсом, а кем-то там еще. Вот пример такого же полета. А как мне туда попасть, точно? А я реально не понимаю. Типа, мне нужна бомбёха. Чтобы залутать бомбёху, мне нужно чё? Rage 2 я даже не воспринимаю. Типа, при всем том негативе, который был у Rage 1, Rage 1 очень и очень хорошая игра. Ну, по крайней мере, она честно работает, скажем так. Ну, блин. Что-то упускаю. Rage 2 — это просто какой-то фан, торжество ряда персонажей над другими персонажами, скажем так. В общем, не то, чего хотелось бы увидеть в той игре. Да-да-да. Вообще, кстати, Ubisoft все интереснее и интереснее пытаются миновать неудобную тему гендерного различия. То есть у них... Я, по-моему, тоже об этом же рассказывал, но у них, например, в том же Division нет понятия пол персонажа. У них есть тип тела. Про кастомизацию в Far Cry New Dawn я, наверное, даже говорить не... New Dawn, извините. Ну, типа, Новый Рассвет. А не то, что там подумали. Может, мне на нем можно прокатиться? Про то кастомизацию тоже можно много говорить. И чё это? И нахрена? Не-не-не, это стиль особый наш. Это Big Soviet Beer просыпается. А Big Soviet Beer говорит именно таким образом. Да, да, да. Так и есть. Это просто из... куларов, скажем так. Был извлечен персонаж. Так я вот все еще не могу развлечать, мне хотят, если сейчас. Я на всякий случай. Я на всякий случай осуждаю. Об этом я наверняка пожалею. Ничего не могу с собой поделать. Где бомбу-то взять? Да, это правильно, это правильно. В современном мире только осуждение. А уж на Твиче. Будьте любезны. И тебя не спасет тот факт, что ты ветеран Doom Prime, если ты понимаешь, о чем я.
А! Господи. К чему было все усложнять? Мистер Андерс. Первый Драгонайт, это Роман Силуэль. А, ну там был, да, это Ворон, нет. Если бы ты во второй Драгонайт заромансил эльфа, а потом узнал бы, что это эльф, ну, в смысле, того пола, которого он был, и ничего бы с этим не сделал, то да. Кстати, к вопросу о Драгонайте. Вот и она. Частного падения сумки. Ну, я думаю, меньше, кстати. 20% это вполне себе. А чё она не открылась? А почему тогда открылась? What's going on? Чё это? Так, ну туда я пришел, туда мне смысл нет идти. Правильно, правильно. Великолепные загадки. А? Могучий. Есть еще порох пороховниц. Все остальные вещи тоже на месте. Кстати. Да как так-то? Ну, это мне идти сейчас разворачивать эту говнину? Я правильно понимаю? Только потом бросить бомбёху про правильное направление. Я же заговариваю, слышал направление. Wrath. Not enough wrath.
Блин, кстати, я придумал, что было прикольно, если бы ты спамя одни и те же вещи в игре. Ну, не знаю, какое движение неприятное для персонажа. Ну, гипотетически, да, он бы рагу накапливал именно таким образом. То есть, буквально. Он злился и такой. Ну, ты, конечно, да. По аналогии, на юнитов клацаешь в варике третьем. И лутаешь приколянры. Недолго, правда. Нашел книжку под... В смысле, он вообще на международный уровень вышел? А ты видел, не находил у ТикТоков сейчас? Мне просто интересно знакомиться было. Просто насколько человек стал успешным. Я уж не буду спрашивать, зачем, как и почему. А, лол. И почем, кстати, опиум для народа ночи? Но ты решил не выдаваться, да, в подробности, не предаваться воспоминаниям молодости. В принципе, да, это самое оптимальное. Просто вспоминая, с чего все начиналось. 600 рублей, нихер. Может, он мультимиллионер уже давно? А ведь когда? Давным-давно. Гайды по Доте, все дела. Кто сильнее, Спектра или кто-то там еще? Молодо, зелено. Так, 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 так. С другой стороны, может быть, у книги тираж там 2000 копий. И это вообще самоиздат какой. Ну, тем не в смысле самоиздат, а... Номинально же кто угодно может что угодно выпускать в издательстве. У него есть на это шекеля, поэтому... Может быть, культурной ценности в данном опусе и нет никакой. Так. Мистерио. Мистерический Ктулх, я бы даже сказал. Вот обычно с таким боссом у меня проблемы начинал. Воющий Большак. Это будет тяжело. Это будет очень тяжело. Ну, как ни странно, я не знаю, успел ли ты ознакомиться с твичевским приколом, но Майнкрафт сейчас на подъеме. Его очень многие стримят, очень многие в него играют. Потому что по какой-то непонятной причине он вдруг снова стал Great Again. А что с ним делать-то надо? Кому убить или как? Или пожжет? Добро.
фейс-роллинг. Да, да, да. Нет, да. А Рофлы качественно подъехали. Потому что где, как не здесь. Зато честно, как говорил Ургант в рекламе Альфа-банка. Я видел этот, кстати, отрывок. Достойно, достойно пародия. Согласен с Ханимедом касательно того, что хочется полный концерт. И последний панч особенно доставляет. Хованский умер? Нет, Хованский не умер, умер Жванец. Долгий босс-то, а? Мне бы только нафармить на ярость. А чего ты расстраиваешься? Герои не умирают. Слышал такое? Вот это оно. Воронов вызывать. Он не знает. Нет, он знает. Блин, ну, мистер босс. Понял, 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 понял. Ну, мы в говне. Сомнений быть не может. Будет забавно, если у него еще несколько фаз, например. Дадов, Алексей, дадов. Какой кот клёв. Блин, чей это смайл? Фрид, кот. Кто это? Кто такой Фрид? Но кот у него стилёвый. Это была одна из идей моих. Для смайла. Так, ладно. Присапку упал, нифига. Ты продолжаешь лутать удачу за хвост. Час мог бы быть. Да господи, ну пощади. Блин, там еще и комбо смайлов есть. Да ну.
Я что-то рейды из WoW вспомнил. Особенно Титана Кросс, или как его там звали. А чё с хп-баром? Ну там же заказная какая-то херня, поэтому не мудрено, что он не умирает. Но, кстати, название знакомое. Это что-то типа, я так понимаю... О, опять дамаг пошел. Это что-то типа... Какого-то батл-рояль, наверное. Как мне кажется. Или нет. Я не понимаю, что случилось в какой-то момент. У босса хп-бар зарегенился в обратную сторону. Почему у меня нет такой функции? Да это не важно. Выглядишь Варанта третьего лица. Жесть. Я говорю, батрель черту. Понятно. Сейчас уже один проект интереснее другого, только сложно отличить их. Так, я надеюсь, ну вот... Кстати. Какого хрена я, собственно, это все делаю? Потому что у меня же есть великолепный... Великолепный хаб. Да, да, да. Абсолютно верно, за хилками пора. Я забываю постоянно об этом моменте. Почему-то пытаюсь на характере влететь, хотя... Это обычно делать не стоит. Хотя, может, еще этих взять тоже. Спасибо, до свидания. Сейчас точно распитоним. Я просто не знаю, так ощущение, как будто я забаговал сейчас босса, а он в какой-то момент просто зарегенился в нулину и такой, и что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Вот опять, вот это вот опять. Консоль вроде по карте. Ну, в принципе, привыкаешь. Не так уж и критично, как в самом начале было. Мне куда интереснее... Каким образом обмировать этот персонаж? То есть я ряд паттернов-то понял, но... Но вот не такие, конечно. Да и короче. А, ну это и есть фаза, окей. Опять аниме в ход пошло. Безумие красок. Густо цвета. А вот и Джонни.
Так, и есть ощущение, что надо под... под правую руку. Карту. О, жесть какая. Ну, аниме-аниме рознь, как мне кажется. Я-то не эксперт. Может быть и так. Так куда ж тебя несет? Нет, то если говорить про краски, то надо, наверное, в первую очередь тогда в Турбор в пример приводить. Вот уж где буст, так буст. Такая... Мистер Босс, пощадите, пожалуйста. Это не фаза, я надеюсь. Это фаза. Турбор, да. Мор, Турбор. Кстати, у меня Мор Утопия есть. В библиотеке. Это когда совсем, наверное, будет скучно, совсем будет нечего терять. Все амбиции уйдут прочь. Касательно... людей на Твиче. Я запущу, наверное, Мор Утопию. Вангер. Не, ну Вангер это вообще за гранью добра и зла. Это нужно... это ж... Я не знаю, правда это или нет, но был инсайт, что люди, делавшие Вангеров, были ну, в особом состоянии, когда их делали. Без тени иронии. Я жму. Морду располовинил. Хренов ли он еще? Выеживает. А, ну нагребает только путь. Ладно. Что началось? Не, ну в море я хотя бы могу уловить мысль какую-то. Мол, чума, все плохо, вот это вот. А вот Тургор. И какая-то еще была игра, я не помню, как называлась. Блин, просрал. Ну, писец, я фазу срал. И ХП, кстати, тоже срал. Видосы. Ну и слава богу, потому что Вангер это отдельный вид. Это вот, знаешь, в то время, когда многие ставят в пример русских разработчиков с игрой Ил-2 Штурмовик, были еще Вагнеры, Вангеры. Багнеры, пангеры. Короче, вот это великолепная игра. Вот два подхода принципиально разных к производству игр. Це вайп. Хотя, если сейчас вот ткну грамотно... Нет, не ткну.
Блин, почти забил босса. Ну, он руками загородился, не подлезть, не убить. Ну чё за срань? И такая стильная сцена была, и маску ему оторвал, и всё. Нет, говорит. ЧВК Вагнер. Да-да-да, я об этом. Поэтому у меня и коллизии некоторые происходят при произношении. Но Вангер не помог. Вот это, конечно, ну... Мое почтение разработчику, который такое сделали. Ну все, все, давай, 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 давай. Продак, Шон, Killing Spree, вот эти все дела. Давай, 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 давай. Я, кстати, так и не понял, куда ему бить. Куда-то бью и ладно. С руки это морда, что ли? Но мне лично кажется, по роже полистать. Я буду ей еще подспамлить, может быть. Он зарегенился. То есть я все бурсты, значит, прожал. Но он подпочнулся. При этом он еще не пробиваемый. Что за говно? А, вот, что-то пошло. Не хватает из этого, кстати, из Кастельвании вот этого формы дракона, которая аниме-роликом всех убивает. Так, звучит интригующе. О, я что-то сделал. И все пропало. Максимально вакханаливаюсь в происходящем. Я вообще не знаю, что происходит. Дома какой-то проходит. Он мне экран напоминает, кстати, из этого, из Сатана. В первую очередь, наверное, рассветка и не щупалами. Так. Соединяем. И еще 20 лет атаки непонятно куда. Хотя, если я сейчас прожму ульту, то, наверное, он откиснет. Прям на месте. Я не зря ее солил.
праздник какой. Бил бы и бил. Ох, тут мешает. Я хилку прожал, да? Ход гения. А вот и Джонни. Ешечку прожать, там где-то рожева была. Главное, чтобы не кутые, иначе опять все. Нет, слава богу. А? Немного интриги. А коса? Вандершмяк. Этот молот создан из потусторонней субстанции силы темной магии. Он пульсирует от зловещей энергии и поглощающей боли. И его боятся не только из-за его силы, но и из-за его связи с культом Сирении. Вандершмяк, да. Новая компания «Глубинная кузня». Кузница в бездне – это живая машина, предназначенная для использования рассеянной темной силы бездны. Создатель этой мерзости, известный лишь под именем Безумный Кузнец, был изгнан собственным народом и зачен в далеких землях теней вместе со своим творением. Доступ к данному контенту возможен со страниц. Ну, я так думаю, в третьей части реально режиссура скакнула, и уже первая DLC открылась. Ну, пора бы уже, на каком часу? На 12-м, нет, на 15-м часу игры первая DLC открылась. Это сильно. Так, очко умений. Глухая оборона. Заземление. А, ну это защитный, короче, на горных качаем. А суть того, ну убили мы его, и чё нам это дало? Просто вылез ли не в неположенном месте, или как должно быть? О, пришли в БФА 8.3. Судя по тому, что я вижу. Убил Теребщик, да, шел, да? Да, да, закрыл контент. But the city of the dead. Would you like to ask a question? Or just stand there like you've seen a ghost? Tell me how to reach the Well of Souls. The Well of Souls is a place of unimaginable power. The key to life and death. Of creation itself. And that is why the well has a key of its own. One that was divided long ago. На три части, наверное, разделен, я чувствую. The angels keep one half. А, нет, на две. And the demons the other. And never shall the two meet, unless you truly mean to save your brother. To save war, I would storm the White City. Of that, I am more than certain. But there is no need. The angels have realms beyond the White City, as the demons do, beyond their dark kingdom. All will become clear to you once you reach the tree. Что на самом деле все не так просто. Nevertheless. You must find the tree again and go wherever it takes you. Absalom lives. Yes, Absalom lives on. His rage and agony spread as corruption, and he will unmake all of creation to destroy the balance. I killed Absalom once, Crowfather. If I could go back, I would see him spared. I doubt he would grant you the same courtesy. Восстановить человечество. How can I restore humanity
The Well of Souls is where all life begins, where the souls of the dead are born into their new lives. I killed the beast that haunted this place. I freed the souls of humanity. And in other times, that would be enough. But something draws power from the well, leaving only void where there once was life. I fear you have only released the souls into further torment. Вот так новость. Humanity is lost. Not so. Even now you carry with you the power to restore the well. Мой ворон? The Nephilim. If you sacrifice their souls, yes. They alone have the power to undo. Отправил попробовать, но до Хельхейм сидела. Жертвоприношение. So I must sacrifice the Nephilim. My kin. Короче, он меняет вот этих. The Nephilim are dead. By your own hand. That broken talisman is all that remains. То есть это самопожертвование войны. Would you leave them to eternal torment in that cage upon your chest? Я правильно понимаю? Типа он такой, войны этого смерти. Типа он такой, либо корешей резнут, либо человечество. Make haste for the tree. Неизвестный передает подарок. Фолиант отмечен на карте. Make haste for the tree. Это нормально, что DLC открывается после процентов 30, наверное, игры. Не все, мне кажется, там накроют. Так. Поехали. Доедем, глянем локацию, дабы закругляться. Пройдите сквозь ангельские врата. Ангельские врата — это хорошо. Not so fast, horseman. You're following me. So I am. I will remain here, at the tree, should you have need of me on your quest. And dust has a beak for more than corpses, horseman. Follow him, and you will find... Это не может быть так легко. Follow dust, find the key. Can't be that easy, Crowfather. You may be right, Death. The future is a secret even I cannot keep. Если мы сделаем 4 стрима. То есть, смотри, получается, вот эти локации, ангельская, демонская, они буквально на один стрим выходят. Ну и DLC, грубо говоря, тоже туда куда-то. Ну, прикольно. 4 стрима. Ну, кстати, как раз гипотетически это выходит примерно в район киберпанка все придет. Может быть, даже не придется нам никакого межсезонья устраивать. Будем тогда, если вдруг до декабря мы будем в Darksiders, тестово глянем киберпанк на стриме, что и как это будет. И там уже подумаем, будет ли это киберпанк, и потом будет Darksiders 3. Либо что-то другое. Я думаю, так. Каждый DLC по часу. А, нет, давай будем корректны. DLC по часу для обычных людей. Но мне говорили, что я необычный. Что я особенный. Для всех понял. Ну, нормально тогда получается, сколько там... Ну, ты говорил, по сути, там одно DLC интересное. Имеет ли смысл тогда остальные дыркать? I don't recognize this place. Where have you taken me? This place is called Lost Light. It is an outpost, far beyond the gates of heaven. And it is here that the angels have hidden the key to the Well of Souls. Нет, я просто хочу с точки зрения максимально, знаешь, если там есть какие-то лорные темы, то да. There are some amongst the angels who would use the key for their own purpose. В любом случае, посмотрим еще. То есть, если по времени будет, если будет у нас запас какой-то. То да, наверное, пройдем их все, чтобы, ну, не бросать на попутье игру, например. А если мы закончим раньше, то можно. Но я вспоминаю все-таки карателю, да, наверное. Если все-таки дойдет до этого. Надо будет накидать в по блосике босс.
с планами, чтобы самому даже не путаться. The well has power over all life. It does. Though I suspect there is more to your question. Go on, Ryder. Ask it. Four never knew of the well. Why was it kept from us? For fear of what you may have done with that knowledge. The Nephilim could not be allowed to ravage creation any longer. They needed to stay dead. Then the well can bring them back. And so we get to the root of it. Yes, the well is the font of all life. Angel, demon, mankind, even Nephilim. But from their blades they wrought chaos. And from that was born corruption. You were right to destroy them. Окей. Убил, убил. Ладно, пойдем немножко пробежимся тогда по локациям. Можно ли здесь play for force? Можно. Посмотрим, что нас хотя бы примерно ожидает здесь. Но, судя по всему, вообще по настроению реально до киберпанка будем Darksiders мучить. Если все-таки раньше получится закончить. Ну, кстати, даже прикину сейчас. Секу. Типа раз, два, три. А, не, неделя еще примерно останется. Я игру сломал, да? Блин. Так, ладно. Тогда сейчас прям все прикинем. Вот так. И вот так. Ты неудачно клацнул, что она закрылась. Лол. Или она не закрылась? Нет, она закрылась. Так, ладно, просто сейчас... Следующий стрим у нас получается вторник, потом пятница, потом понедельник, четверг. Ну да, ну да. Там буквально один стрим, может быть, не знаю, может быть, отдать его под что-то... классическое посмотреть, типа Гатана, вот у такого уровня. Это так, навскидку. До этого еще надо дожить. Вот. Опять же, может быть, к тому времени я размучу Вов и вкатимся в Вов, так сказать, по мотивам свежих воспоминаний. Гатан, ну да. Но только мне нужно максимально вот найти, чтобы эта сборка была, так сказать, как сборка, версия со всеми DLC, скажем так, со всеми улучшениями, чтобы не мучиться потом с тем, как оно работает. И попробовать его. Почему бы и да? Что я что-то давно пытаюсь уже в стрим, посвященный классическим играм, и никак не получается. Вов. Вот, отлично. Но опять же, чтобы был Вов, нужно купить Shadowlands. Так-то, конечно, было бы неплохо попробовать. Но и опять же, я думаю, к тому моменту как раз у меня будет возможность это сделать, и глянем его. Потому что, я думаю, не один я сомневаюсь в целесообразности покупки этого дополнения. Особенно, если кто-то ушел после определенных событий, определенных патчей в этой игре. Ладно, в общем, будем тогда закругляться. Купил за голду. Я упустил золотое время зарабатывания шекелей в Вове, поэтому... Теперь страдаю. Вполне заслуженно, впрочем. Да, в общем, как я уже говорил, следующий стрим, это у нас что будет? Это у нас вторник. Не знаю, может быть, ну я не буду обещать, потому что всякое может быть. Но хотелось бы пораньше завести, там уже видно будет. Продолжим наши приключения. Ангелы, демоны, Дэн Браун, возможно, где-то появится, но это не точно. Да, спасибо, что были в этот нелегкий час со мной, что уделили свое время присутствию, беседам на всякие разные темы, значительные, незначительные. Все клевые, классные. Дуфанчик и Коронова, разумеется. Ну и stay tuned.